Друзья, привет! Сегодня на ужин я буду готовить куриную печень в сливках. Сначала ее надо подготовить, разрезать на небольшие кусочки и отрезать все лишнее, например, вот такой жирок. Вот на такие кусочки я разрежу. Подготовленную печень я пока отставила в сторонку. Теперь нам надо обжарить лук с морковью. Морковь я натерла на терке, а лук мелко нарезала. И все это обжарю на растительном масле. Слегка обжаренные овощи я загружу в печенку и обжарю все вместе, чтобы печень прихватилась. Теперь я залью печень сливками 20%, так чтобы они закрывали. У меня ушло примерно 400 миллилитров. Посолю, поперчу черным перцем, добавлю лавровый лист, накрою крышкой и буду тушить 15 минут. Для гарнира я варю откидной рис. 350 граммов риса я промыла 3 раза, сложила в 3-литровую кастрюльку, залила водой и сейчас при помешивании доведу до кипения. Рис закипел, я уменьшу огонь, посолю его и буду варить на маленьком огне без крышки примерно минут 20-25 до готовности. Когда рис сварится, я откину его на дуршлаг и промою кипятком. Рис я промыла достаточно большим количеством кипятка, прямо целый чайник вылила. Сейчас вода стечет и можно уже подавать. Мне нравится приготовленный таким образом рис, он никогда не пригорает и рассыпчатый. Рядом с рисом выкладываю печень. Поливаю ее соусом. На рис тоже немножко соуса. Я печень уже попробовала, она мягкая, ароматная, вкусная. Приятного аппетита!